Здравствуйте. Спасибо, что собрались. Спасибо, что такая теплая встреча. Поездка у меня рабочая, не для раздачи автографов, а именно для того, чтобы создать здесь филиал нашего движения. Мы пытаемся создать единую координационную систему, которая бы определяла, где нужнее всего помощь, и направляла, как бы координировала направление потоков туда, где это нужно больше всего. Вот примерно так. И способствовала тому, чтобы потери и транспортные, и финансовые, и в самых грузах были минимальны. И расчет врагов именно в том и заключается, что еще вот так вот потолкаться полгодика-годик, и против президента будут не только либералы, которые никогда его не поддерживали, хотя вокруг их немерено насажено, что и патриоты повернутся против Путина. И вот тогда-то, дальше он повторит судьбу Милошевича, которого свергали в едином, как говорится, кулаке тамошние либералы вместе с тамошними патриотами, поскольку он провел такую политику, что ни вашим, ни нашим украинская армия непрерывно пополняется, непрерывно подтягивает вооружение, не собирается она никаких там даже минских соглашений выполнять. Когда этот удар будет нанесен, а он будет нанесен неизбежно, судя по всему, помочь армии Новороссии разгромить врага, отразить его нападение, а после этого встанет вопрос о том, что необходимо будет нацистский режим Киева каким-то образом удалять.